Друзья, всем привет! В этом видео я покажу, как собрать самолет от компании MTD Crosswind Mini с размахом крыльев 1600 мм. Точнее, как я его собрал. Начнем мы с клейки фюзеляжа. Я использую клей Момент универсальный, но по моему опыту лучше использовать цианокрылат секундный. Клей под названием CA500.200. Очень хороший, рекомендую. После комментариев я видео буду ускорять, иначе получится видеоролик на 8 часов. Приятного просмотра. Давайте соберем фиксацию под элементы крыла. Давайте теперь вклеим фиксаторы для верхней крышки фюзеляжа крыла. Пускай крышка фюзеляжа сохнет, и теперь займемся сборкой крыла. Вклеим основание под серый привод. Отлично держится, приклеим шарниры на элероны. Шарниры используем из комплекта, те, которые плоские. Неплохо получилось. Продолжаем сборку крыла и установим кабанчик. С помощью саморезов хорошо держится кабанчик на элероне, и сам элерон мягко и плавно перемещается. Сейчас установим сервопривод и подсоединим тягу от сервопривода до элерона. Привод элерона отлично работает. Займемся монтажом винтомоторной группы. Приклеим верхний капот. Соберем мотор и прикрутим к моторами. Love now is cloaked in shadows of doubt.
with blood. Persuading is the only way out. Only love can stop the blood. Припаяем регулятор оборотов моторов. Приклеим раму фиксации крыла. Напоминаю, что я пользуюсь цианокрылатным секундным клеем Cosmo 500. Теперь займемся самой сложной частью сборки. Это монтаж коннектора и проводка кабелей до винтомоторной группы и сервопривода. Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. A simple equation, but an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation, waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, 'cause life's a foolish, foolish game. Отрезал лишние провода, оставил с небольшим запасом для будущего свободного монтажа. Свернул в косичку провода, идущие к регулятору и к сервоприводу. Теперь все это дело припаяю. Покроем регулятор водовлагозащитным слоем. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.
теперь все это хозяйство нужно закрыть. Приклеим капот. Приклеиваем вторую часть рамы фиксации крыла к фюзеляжу. Займемся хвостовой частью самолета, а именно килем. Вклеим сервопривод, шарниры киля с рулем поворота, кабанчик руль поворота и установим привод от сервы до поворота руля. Приклеим киль к хвостовой части фюзеляжа. Давайте теперь соберем замок фиксатора стабилизатора и вклеим раму в стабилизатор. Видео по сборке рамы по управлению руля высоты почему-то не сохранилось. Думаю, что там ничего сложного нет. Вы и так разберетесь. Продолжаем сборку самолета. Вклеим раму по управлению рулем высоты в хвостовой части самолета. Thank you.
все прекрасно работает, продолжаем собирать. Итак, пришло время сборки электроники, ну и разного комплектующего к тушке самолета. Значит, в комплекте идут длинные ремешки. Я вот таким образом их сшил. Буду использовать литионную сборку. Это 3P6S, значит, 9 ампер. Попозже, конечно, это все я наращу дело в два раза. Но пока этого достаточно. Таким образом это будет там крепиться. Все отлично держится. Если наращу больше батарейка, я это аккуратно бритвочкой срежу. Так, если мы приклеим наш полетный контролер сюда, на обычный скотч, то с этой поверхности у нас скотч оторвется. Что мы сделаем? Мы сейчас возьмем обычным женским лаком, это я уже не забрал, покроем поверхность, где у нас будет приклеиваться полетный контролер, высохнет, и мы можем спокойно на эту лакированную поверхность приклеить двухсторонний скотч. Ну вот, опять подошли к самой сложной части по сборке самолета. Это монтаж коннектора и протяжка проводов до полетного контроллера. Перед установкой контроллера полета в самолет нам нужно его прошить свежей прошивкой от INAF и откалибровать акселерометр, иначе потом будет очень сложно вертеть самолет. Давайте прошьем. Ищем, значит, нашу плату MATEC S405SE. Ставим последнюю прошивку. Загружаем с интернета. Все загрузилось. Прошиваем. Подключаемся, все прошилось, все видит. Заходим в Calibration. Итак,
Здесь нам надо нажимаем калибратор, соглашаемся, переворачиваем, плату оставляем на месте, нажимаем еще раз, все, откалибровалось. Теперь переворачиваем плату вверх ногами. Отлично. Теперь на правую сторону переворачиваем. Отлично. Теперь переворачиваем вниз носом. Теперь переворачиваем на левую сторону. И теперь носом вверх. Все. Откалибровали. Теперь можно это все дело отсоединить. Давайте залудим сразу контакты, к которым будем припаиваться. Припаяем силовые провода, идущие от моторов, к полетному контроллеру. Теперь припаяем провода управления регулятора оборотов. Давайте припаяем конденсаторы на 35 вольт 1000 микрофарад к силовым проводам, идущим от моторов, для сглаживания импульсов тока. Теперь можно собрать коннектор XT60, заодно припаяем к нему конденсатор, также на 35 вольт, 1000 микрофарад, и припаяем все это хозяйство к полетному контроллеру. Давайте проверим, все ли правильно у нас припаяно. Подсоединим батарейку. Вот, как видите, все отлично заработало. Продолжаем сборку. Следующее припаиваем сервоприводы, идущие от элеронов крыльев. Удлиняем провода от руля высоты и руля поворота. Музыка.
Наращиваем провода к видеопередатчику и припаиваем к полетному контролеру. Я, кстати, буду использовать ноунейм видеопередатчик на 1,2 ГГц, купленный на вторичке. Посмотрим, что из этого выйдет. Я установил GPS-модуль M8Q5883 от MATEC и теперь наращу провода, сверну косичку и продену в термоусадку. Затем все это хозяйство припаяю к полетному контролеру. Кстати, забыл сказать, все, что я припаиваю к полетному контролеру, информацию беру с софт-сайта MATEC. Там есть подробный мануал по установке внешнего оборудования. Ранее я GPS-модуль разместил в термоусадку для того, чтобы влага не попала в него. Теперь мы его закрепим термоклеем и приклеим декоративную крышку. Приклеим фанерку крепления GoPro. Ну вот, сборка почти подходит к концу, осталось пару мелочей, припаяю провода к FPV-камере Runcam Split 2. Перед монтажом FPV и камеры проверим ее работоспособность. Как видите, все работает. Теперь ее можно установить. Итак, вот что у нас получилось. Я использую пропеллеры 1045. Камеру вот таким образом установил. Видеопередатчик у меня вот здесь установлен. Вот таким вот образом. Ну, здесь это все фиксируется. Итак, батарейка размещается таким образом.
Но места в нем целая куча. У меня вот, смотрите, рука залазит. Здесь я пищал. Вот таким вот образом я установил этот диод. Моргает. То есть статус показывает GPS. Аккуратно провел провода. Значит, здесь я установил дополнительно бэк на 12 вольт для запитки светодиодов. В будущем я еще светодиоды на крылья поставлю. Ну, а сюда можно будет разместить камеру, ну или еще какое-нибудь оборудование дополнительно. Вот такой вот интересный проект получился. Ждите следующее видео по настройке iNav. Заглядывайте в описание, пишите комментарии, смотрите другое видео. Всем пока, удачных вам полетов.